Марселя, до нашої студії завітала фотограф Валентина Жмуркова. Доброго ранку тобі. Ось так вона вже в ефірі. Доброго ранку. Ну що, ну людина енергійна, ну хоче вона донести, розказати нам всю інформацію. Я так розумію, що говорити є про що, тим більше нам, дівчатам, от зокрема, я думаю, що фотосесію задає одяг. Може, з нього розпочнемо чи ні? Чи треба думати не про одяг перед літньою фотосесією? От ваші поради. Доброе утро еще раз. Еще раз. Нормально, да. А если говорить о летней фотосессии, то настроение в первую очередь задает человек, его эмоции, его личность, а потом уже все остальное сверху просто накапливается. А у меня, например, как это происходит, когда человек ко мне приходит на фотосессию, мы с ним начинаем обсуждать, чего он хочет, где он хочет, как он хочет. И уже отталкиваясь от его потребностей, грубо говоря, мы начинаем рисовать картину, мы начинаем выбирать место, где бы мы хотели пофотографироваться, где я это лучше вижу, в чем я это лучше вижу. И мы подбираем одежду уже в соответствии с предпочтениями, в соответствии с человеком, как-то цветотип называется, вектор внешности. Просто я очень часто работаю со стилистом, и более-не-менее вот в этих вещах начинаю разбираться, потому что когда ты работаешь со стилистом, волей-неволей ты начинаешь у него какую-то информацию, вернее, от него начинаешь эту информацию получать, потому что тебе намного проще работать с клиентом. По поводу того, что надевать на фотосессию, да, лучше всего брать какие-то нейтральные вещи, там, пастельные оттенки, не надевать клетку. До речи, я, ну, колись мені казав один фотограф, що на фотосесію не варто одягати поєднання більше, ніж два кольори. Чим, а хочеться ж нам щось таке літнє, там, 1001 колір. От як бути в цьому випадку? Є правила третей, есть по поводу третей что-то подобное в сочетаниях цвета, поэтому лучше всего в одежде сочетать, ну, максимум три цвета, не более. Вот. Но если хочется что-то яркое, сейчас в тренде есть total look, и можно там полностью в один какой-то яркий оттенок одеться. Ну почему нет? Так, слухай, ну казала про де робити фотографії. От, можливо, о котрій годині краще фотографуватися влітку? От в обід, можливо, хтось захоче під палючим сонцем чи як? І де, яке місце обрати краще для літньої фотосесії, щоб передати весь колорит? По поводу туди, куди відправитися на літню фотосесію. Весною ми сидимо в місті, осінню ми сидимо в місті, зимою ми сидимо в місті і чаще всього фотографуємося в фотостудіях, тому що погода на вулиці може підвести, підкачати, і ти не сможешь, ну, ты выходишь на улицу, а там дождь идет, у вас какой-то классный романтический лук, и все, и вот этот дождь портит весь этот лук, с одной стороны, но с другой стороны, это прикольно, ну, норм. И по поводу того, что мы все вот это время, три сезона сидим в студиях, грубо говоря, а потом, когда начинает теплеть постепенно, мы выходим на улицу. Весной мы тоже превалирующей части фотографируемся в городе. Летом я предлагаю всем просто ехать от Чаков. По дороге в Одессу есть классное место Куяльник. Ехать туда фотографироваться. Теперь, друзья, занотовуйте эти места, потому что, напевно, вы там точно еще не были. Не фотографировались, принаймні. Город Южная. Там есть классные локации. Очень мечтаю все-таки доехать туда и поснимать там. Просто все зависит от того, есть ли у вас транспортное средство или нет. То есть, если оно есть, намного проще просто сесть в машину, взять фотографа и уехать классно фотографироваться. Я думаю, если хочется гарное фото, то обов'язково знайдеться и такие вот, чтобы поїхати и подивитися, и фоткатись. Ну, главное желание, так. А возможности уже найдутся. Так вот, и по поводу времени для фотографий, просто за вот эти полтора года, сколько я фотографирую, я пришла к тому, что в летний период то лучше всего фотографировать человека или рано утром, или после 6 вечера. Во временной промежуток, который между вот этим временем, ну, мне, например, очень не нравится солнце, мне очень не нравится, как оно ложится, как оно на теле, как оно на лице, и особенно все знают, что в обед категорически воспрещено фотографироваться вообще в любое время года, потому что солнце, оно, ну, прямо стоит, и тени вот здесь,
под глазами тень вот здесь, тень под носом, и это просто потом ужасно выглядит. Ну, может быть, кто хочет теней, то, ну, нет, для этого, конечно, придумали всякие специальные технические средства, типа отражателей, вспышек, но я просто очень люблю фотографировать с естественным светом и пропагандирую фотографию с естественным светом, чем с техническими призвозовлениями. Читала я, що от зараз тренд літа фотографії з тваринами або під водою, у воді. Первый раз слышу. Вау! Оце відкриття в новому дні. Да, серйозно, от за кордоном, зокрема, і вже переходить до нас на Україну, що літні фотосесії, тому що, ну, яка літня фотосесія? На морі, в полі і в горах, наприклад. А от люди от з собакою і у воді. Шикарно просто. Чому не взяти цей животне і не пофотографуватися з ним? Я перший раз слышу, і, ну, мені подобається ця ідея. Я буквально от в суботу утром проводила пікнік зі своїми клієнтами, і вони фотографировались со своей собакой. Конечно, это тяжело, очень тяжело фотографировать собаку. Ось, ще розкажіть про саму роботу з тваринами, тому що от фотографувати їх дійсно важко. От, можливо, є якісь лайфхаки, як їх залучити до фото там. Лайфхак. І та й з людьми складно теж залучити, знаєте. Лайфхак. У мене Марина просто взяла з собою сир, і вона приманювала свою собаку сиром, щоб вона от як-то в кадр мордашкою попадала. Да, їда якась-небудь. Плюс еще, если собака очень классно идет на контакт с человеком, ну это вообще супер, потому что у нее собака, она не любит объективы, она как только видит, что ее фотографируют или снимают, она делает вот так. Боже, ви подивіться, як вона відчуває, не фотографуйте мене, не треба. Да-да-да, не надо мене фотографировать, но ти такой... Марик, иди сюда. И начинаешь его быстро фотографировать, он первое время начинает реагировать, а потом отворачивается. Это так. Особенности работы с животными я, честно, пока не знаю, потому что первый раз снимала собака, первый раз. Я думаю, колись буде і перші фото під водою, так вже? Може бути. Можливо, навіть в цьому сезоні вже буде так. Білої кули. Щодо макіяжу. Літню фотосесію, тому що, ну, будь-яка дівчина хоче якось себе прикрасити, правильно, але ж в той же час сонце. От поради експерта, фахівця, фотографа з цього приводу. Всім завжди говорю, ідіть к спеціалісту. Тобто макіяж має бути професійним, да, правильно? Макіяж у візажиста, тому що візажист робить цей макіяж, і він робить, грубо говоря, 80% роботи потім ретушера. А зараз фотограф-ретушер – це один чоловік, і якщо макіяж класний, качественний, хороший, тебе потом намного легче это все ретушировать, сидеть. Поэтому я всех всегда отправляю к своим визажистам, у меня их трое, и говорю, девочки, идите туда, там круто, там точно гарантирован офигенный результат, и все будет супер. Это раз. По поводу того, какой макияж это будет. Да, яркий, не яркий, это уже зависит от самого человека и его предпочтений. Если он хочет яркий макияж, то он идет к визажисту. И уже в соответствии с его типом внешности визажист подбирает цвета и в соответствии с тем, какая будет фотосессия. И, ну, то есть вот это все вместе работает, оно все вместе накапливается, и поэтому вот так происходит. Тобто, я зрозуміла, треба мати ідею, а потім покластися на професіоналів, і от тоді у вас буде все шикарно. Главное иметь идею, выбрать своих профессионалов и полностью им довериться. То есть люди, которые горят своей работой, люди, которые хотят ее делать качественно, вернее, даже делают ее качественно, они всегда это делают с душой, в первую очередь. И поэтому надо доверять. Слушай, ну вот я не можу не спитати, мене цікавить. Найнеординарніші ідеї влітку, які так? Ви могливі, ви вагливі клієнти. Наприклад, я до таких відношуся, я не хочу фотосесію на морі, не хочу в полі з маками, бо вона в мене є, але в цьому році літню фотосесію хочу. І от що б таке, да? Да, от тренд цього літа, от де найкраще зробити? И тут я зависла. Так, да. Потому что я сейчас просто вот всех своих клиентов пропагандирую ехать, уезжать за город и там фотографироваться. Будь то это лес, будь то это поле, любое поле, потому что у нас полей очень много. У нас и подсолнух растет, и расп растет, и рапс, господи. Рапс растет, и пшеница растет. То есть почему нет? В Очаков я нашла там классную локацию. Там с камнем. Там с камнем есть классная локация, и я бы еще раз туда вернулась, еще раз бы на этом камне.
Ну, якщо фотосесія на камені, що краще одягати туди? От, може, щось там довгий, якийсь такий образ мавки. От, от, що краще одягати? Чи це сам вигадує? Так, як чоловік хоче. Хоче він просто фотографуватися в купальнику, відкритим-закритим. Хоче він фотографуватися в купальнику, плюс є спеціальні же, вот, ці комбінації, які з поверх купальника надіваються на пляж просто прогуляться. Будь-то це платье, взяте на прокат з длиннющим класним шлейфом, і от це от все вместе і круто працює теж. У мене в голові одразу ці фотографії, от купальник, комбінація, сукні, слухайте, одразу, знаєте, і Таня так уявляє себе на фото. Ну, взагалі, ну, от, все одно хочу почути, от, можливо, було щось, така ідея, яка от просто поставила, от, не знаю, де його і як зробити. Така неординарна ідея. З собаками вже було. З собакою було, да. Рано утром під дождем було. Ого, це цікаво під дощем. Розкажіть про цю історію. Це от та сама історія, коли ми з собакою фотографувалися. Тобто це якось все в одну кучу сложилось, так, і ми время попали, когда мы фотографировались просто вот пикник, собака, они отдыхают, лимонадик, и тут в 6 утра начинается дождь идти. И он шел, прекращался, я думаю, так, надо мне сейчас вот тут там на переходе снять и сделать это круто. И мы начинаем только на переходе снимать, начинает просто стена ливня идти. И я такая, ребята, не беспокойтесь, идите, бежите на меня, я вас сфотографирую. Да, надо воспользоваться моментом. Боже, самые неординарные, ой... Мне очень хотелось, например, зимой фотографировать людей в блестках. И я не знаю, и как бы не все хотели. Мороз. Ну, не на улице в мороз, а в студии. В студии комфортно, где все. Да, да, да. Фэшн можно и влітку, да, например. Можно спокойно это сделать летом. Дякуємо вам.